Каникулы – не время забывать о правилах безопасной перевозки детей. В четверг утром инспекторы ГИБДД провели очередной профилактический рейд. Патрульные экипажи расположились на улице Нефедова областного центра. Неподалеку сразу несколько детских садов, а значит, немало родителей, привозящих сюда малышей на машинах. Цель данного мероприятия – напомнить очередной раз водителям о необходимости перевозки детей в детском держащем устройстве, потому что у нас участились случаи, когда дети страдают. Дети в автомобиле, оборудованные ремнями безопасности, должны перевозиться сзади в детском держащем устройстве до 7 лет. После 7 лет можно перевозить детей с использованием обычного ремня. Но нужно учитывать, чтобы ребенок, когда садился в автомобиль, ему ремень не проходил по шее. Если он ему проходит по шее, то рекомендуется подложить ему какой-то предмет, бустер, чтобы он приподнялся, и тем самым ремень будет проходить по груди. А спереди ребенок должен перевозиться до 12 лет в кресле. Как оказалось, большинству водителей правила перевозки цветов в жизни напоминать не нужно. Они их знают и соблюдают. Подтверждение этому инспекторы нашли массу. Особенно порадовали многодетные родители и таксисты. Трое детей? И трое кресел. И трое кресел, да. Один сидит справа, другой слева. Спереди у вас не сидят дети? Спереди старше 12 лет. Старше 12 лет. То есть ему уже можно без детского удерживающего устройства. Так как вы водитель такси, вы должны всегда с собой возить детское удерживающее устройство, потому что вы же не знаете, какой у вас клиент будет и когда, да? Вот. Оно у вас есть? У меня трое детей, у меня два кресла. Два кресла. Малышев я не беру до 5 лет, потому что надо кресло им специально, а бустеры уже от 5 лет и выше могут. Да, да. В ходе рейда злостных нарушителей правил перевозки детей не выявлено. И это тоже показатель. Значит, все больше родителей и водителей задумываются о безопасности детей и берегут свое самое любимое и дорогое. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.